Добрый день, друзья! Сегодня я хочу сделать небольшой эксперимент над своей собакой. Есть различные звуки для собак, есть видео для собак, и я хочу включить их Бонни и посмотреть на ее реакцию. Бонечка, ты готова? Так, первые звуки, которые ваша собака полюбит. Давайте посмотрим. Боня. Мне кажется, она думает, что где-то внутри ноутбука собака. Но реакция есть. Бонечка. Грустный такой вой, конечно. Это что за звук такой непонятный? А, это птицы. Так, такие звуки сдают. Ну, быстро, что там нашла. Боня спряталась под подушку. О! Мяч пищит. Ты любишь такие пищалки, да? Первые 5 секунд ей интересно, потом она уже отвлекается. Боня, к нам кто-то пришел? Кто-то пришел к Васе? Беги, открывай дверь. Говорим, Ваня, да? Кто-то стучится? Это прям как в частном секторе. Собачка. Это звуки косочки. Реакция ощущается, конечно, не очень прям такая бурная, но есть. Давайте включим еще следующее видео. Есть еще какие-то релаксовые песни для собак, но сейчас мы, наверное, не будем их включать. Звуки, которые любят собаки. Давайте еще это включим. Боня, ты готова? Ты запуталась в своих волосах? Давай, сейчас будешь слушать звуки для собачек. Это уже было похоже. Ой, хрусь-хрусь.
в окне там интереснее, да? Ты гулять хочешь, Вонечка? Ты хочешь гулять? Чего тебя так трусит, зайчик? Бабуська, тебе страшно эти звуки? Давай выключим. Что я так начала трясти? В квартире достаточно тепло. Боня! Так, Боня очень хочет гулять. Окно ее привлекает. Мы тогда пойдем сейчас на прогулку и вернемся. То снимем вам еще видео о том, как она реагирует на видео для собак. Да, Бонечка, пойдем собираться на прогулку. Лист прогулки. Боня, ты устала, да? Ты устала гулять? Я еще ее не раздевала. Ой, только лапка немного у нее. Ты уже пыталась раздеться, бабуська? Давай посмотрим с тобой еще видео для собачек. Давай. Понравилось тебе на улочке? Да? Потом с тобой еще пойдем погуляем. Давай посмотрим видео для собачек. Давай. Видео для собак. 10 миллионов просмотров. Будет 10 миллионов одинаковыми. Бабуся. Погуляла, теперь тебе спать хочется, да? Смотри, что там сейчас я на полную камеру включу. Боня, смотри. Смотри сюда. Ты видишь тут птички? Боня, белочка, смотри. Ты только самые фильмы на проекторе любишь смотреть, да? Белочки. Кто такой грустненький? Как-то она или не настроение, или ей это неинтересно. Ладно, Боня, давай еще что-нибудь поищем для тебя, давай. Так, лучшая расслабляющая музыка. Ты и так у нас расслаблена. 4K Dogs and Puppy Mood Booster. 3 часа. Ничего себе. Тоже сейчас перемотками включу еще это. Да, Ваня? Сейчас оно загрузится. Самое любимое место в доме. Окно. Да? Любишь в окошко смотреть? Боня, смотри, там собачка. Вот сюда.
давай вместе с тобой посмотрим, давай. Собачка бегает. Не знаю, как Бонни, а мне нравится. Да? Давай перемотаем еще дальше. В общем, видео различные собачки в разных местах. Вот сейчас на море показывают. Вот, и интересно. Бонни любит на море ездить, да? Понятно, фильмы для людей с людьми, фильмы для собак с собаками. Бонечка, смотри. Ты папу с работы ждешь, да? Ты папу ждешь? Ой. Видишь, там собачка с мячиком играется, как мы с тобой любим играться. Это, конечно, не так. Ладно, в общем, будем выключать. Вот такой вот эксперимент мы провели. Бонни не совсем это увлекает. Я думаю, мы еще как-нибудь попробуем в другой раз. Да, Бонни? Поищем еще другие видео, что она у нас хочет уже спать. Конечно, покушала, погуляла. Какие там фильмы? Хочется поспать. Ладно, Бонечка. Скажи всем пока-пока, подписывайтесь на канал.